То, чем обязан человек в молитве, 8 вещей. جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام. Все слова, все такбиры, то есть слова Аллаху Акбар, кроме первого такбира. Аллаху Акбар للركوع. То есть когда ты говоришь слова Аллаху Акбар, совершая поясной поклон. Аллаху Акбар للسجود. Когда ты говоришь Аллаху Акбар, совершая суджуд. مثلا. Например. نعم. الثاني قول مرة واحدة في الركوع سبحان ربي العظيم. Один раз произнести слова в поясном поклоне سبحان ربي العظيم. نعم. قول سمع الله لمن حمد. Также слова سمع الله لمن حمد являются обязательными. للإمام والمنفرد. Будь человек имамом или же молится отдельно один. قول ربنا ولك الحمد للإمام. Что касается слов ربنا ولك الحمد, то их обязан произнести имам. والمأموم. Тот, кто молится за имамом. والمنفرد. И также тот, кто молится отдельно. قول سبحان ربي الأعلى في السجود. Также туда входят слова سبحان ربي الأعلى в суджуде. قول رب اغفر لي في الجلسة بين السجدتين. Также слова رب اغفر لي между двумя суджудами. قراءة التشهد الأول. Чтение первого тошахуда. عندما تكون الصلاة فيها أكثر من تشهد الأخير هو الركن. والذي قبل الأخير هو الواجب. Если в молитве больше, чем два раката, то последний ташахуд будет столпом, а до него первый ташахуд будет ваджибом обязательно. Что касается чтения первого ташахуда, и также, чтоб ты сидел для этого при этом, это является обязательным действием молитвы. Если человек забудет этот ваджиб, или же не знал о нем, وترك الواجب и оставит это, الصلاة صحيح. Его молитва действительно. تعمد ترك الواجب. Если же он специально преднамеренно оставил, الصلاة باطلة والله. То его молитва будет недействительна.